Здравствуйте! На телеканале «Самара ГИС» программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, телезрители. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Он появляется во время передачи на ваших экранах. Звоните, задавайте вопросы, присоединяйтесь к нашему разговору или можете предложить любую свою тему. Мы готовы к диалогу. Да, по-прежнему пытаемся в этой студии обсуждать, переваривать, как иногда говорят психологи. Ну, каждый раз напоминая себе, чем мы, собственно, здесь занимаемся. Иногда, вот мы сейчас с вами говорили, какую тему, может быть, предварительно подобрать. Вот, и я понял, что часть моих карт, когда я начинаю думать вообще о том, с чем люди приходят, она спутывается. То есть во многом люди приходят к психотерапевту, ну, ко мне, например, да, вроде бы не с психотерапевтическими какими-то, ну, то есть не, ну, не с болью, не с болезнью, хотя тоже так бывает. Ну, я приведу пример. Да, на примерах да, лучше понять, вот, о чем речь идет. Сегодня я по необходимости, необходимость в том, чтобы как-то систематизировать те тетради, которые мне приносят пациенты. Что это за тетради? Ну, мы их условно называем самоотчеты. То есть это некоторые такие рукописные тексты, которые появляются у людей перед первой встречей. Ну, медсестра моя дает вопросы распечатанные, люди отвечают на эти вопросы. Ну, там есть вопрос, что вас беспокоит, с чем вы связываете свое состояние. Ну, такие, в общем, по большому счету, медицинские вопросы, да, задающие медицинскую рамку. Вот мы сегодня это обсуждали. То есть людям изначально на то, что с ним происходит, предлагается вот смотреть в медицинской рамке и выражать то, что их беспокоит в медицинской рамке. Что это значит? Ну, словами «меня беспокоит» и дальше. Кстати, люди почти перестали говорить эмоции, они, ну, чувства, они говорят «меня беспокоит депрессия», «меня беспокоит панические атаки». То есть они сразу диагнозами себя диагностируют или навешивают ярлыки на себя? Я думаю, что они, ну, вот это собирательное «они» в большей степени подхватили нашу идею психологов, психотерапевтов. Мы ведь думаем на языке диагнозов и ярлыков. То есть, по сути, получается, если бы они о своих симптомах рассказывали там, подруге, брату, соседу, это был бы один язык. Но так как они находятся в медицинской модели, они начинают говорить понятным для врача языком. Я подозреваю, что медицинская модель достаточно серьезно распространилась, и если мы заглянем куда-то на кухне или в гаражи, или еще куда-то в магазины, то люди о своих переживаниях вот этим языком и продолжают говорить. Алексей, перебью вас, у нас звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Ольга Владимировна. У меня серьезный вопрос по воспитанию детей, школьников. Проблема у моих внуков. Я сама вырастила троих детей, достаточно благополучно, успешно. Но проблема теперь у моей старшей дочери. Трое детей, двое из них школьников. И когда я слышу ее рассказы и страдания о том, что что-то не получается в воспитании, особенно в плане уроков, школьных проблем, я начинаю ее увещевать, разговаривать, учить, потому что я сама педагог, 38 лет стажа, и, в общем-то, пытаюсь ее направить на путь истинный. Но когда я сталкиваюсь со своими внуками непосредственно в быту, дома, я вижу, насколько это тяжело. Дело в том, что утром абсолютное отрицание детей всего. Утро начинается все время со слез. Каша не та, кофта не та. Портфель не возьму, эти сапоги не одену, куртка не та, все не то. Летом на даче то же самое. Утро начинается с концертов. Что бы ни предложили, какая бы альтернатива ни была предложена, все время день начинается со слез и с капризов. Что делать? Ольга Владимировна, правильно? Да.
Да. Ольга Владимировна, а вы такую фразу сказали, можете вы ее как-то расшифровать? Я пытаюсь поставить их на путь истинный. А в чем сейчас истинный путь? Я без иронии спрашиваю, как вам это выглядит? Ну, я пытаюсь настроить ее на мирное решение проблемы, договариваться, отвлекать, предлагать какую-то альтернативу, пытаться вечером заранее договориться по-хорошему, не ругаться, не скандалить, не кричать, чтобы было мирное решение проблем, попытаться договариваться с ними, потому что третий, четвертый класс, в общем-то, уже дети достаточно взрослые, соображают, и сама пытаюсь договариваться, что мы будем на завтрак, давайте сейчас решим. У каждого свои вкусы, и каждому невозможно угодить всем одновременно. Поэтому пытаемся решать эту проблему. И несмотря на то, что договариваешься, утром все равно случается скандал. Ну а в учебное время еще добавляются школьные проблемы. Точно так же все. Ольга Владимировна, а в чем, на ваш взгляд, проблема здесь? Ведь заранее скажу, скандал – это не проблема, да? Это следствие проблемы. Это следствие, да. Да, а проблема в чем, на ваш взгляд? Мне трудно судить. Я с этим не сталкивалась, несмотря на то, что своих детей вырастила и работала в школе. Но чтобы вот каждое утро ребенок так эмоционировал, что бы ни предлагали, все время находится отрицание чего-то. Не знаю, мне трудно судить. Вот если, ну, вот эту мысль вашу развить об отрицании ребенком того утра, в которое он просыпается, то это отрицание чего может быть? Ну, то есть, грубо говоря, за отрицанием портфеля, одежды, еды, какая-то общая как будто тенденция, вы на нее указываете. То есть ребенок что-то последовательно от чего-то отказывается. По большому счету от чего-то, ну, стоящего за едой, за одеждой, как вам кажется, от чего? Ну, мне вот трудно анализировать все в целом, потому что круглосуточно я могу общаться с ними только летом на каникулах. А тут дело в том, что еще подрастает маленький третий, он это все видит. Второй тоже уже повторяет привычки вот старшего. И, конечно, очень сложно решать какие-то проблемы вот на ходу в рабочем режиме, когда нужно собираться в школу. И получается, что день заложен фундамент на такой эмоционально высокой ноте. Это неправильно. А что делать, я не могу понять, не знаю, как решить эту проблему. Знаете, бывают дети, которые просыпаются с улыбкой, а бывают дети, которые просыпаются все время в слезах, что бы ни было. Вот здесь такой пример с детства, причем с новорожденного вот возраста. То есть все время плач по утрам, когда ребенок стал подрастать, это вылилось в какие-то вот такие попытки найти виноватых, проблему в чем-то. Все не так, все не так. Ольга Владимировна, а младшему ребенку сколько лет, какой возраст? Два. Два года. А есть ли ревность вот, между старшими детьми и младшим? Нет, нет. Однозначно. Ну, спасибо вам за звонок и за вопрос. Мы сейчас попробуем его пообсуждать с Еленой. И, может быть, из наших обсуждений что-то будет продуктивно для вас, Ольга Владимировна. Может быть, вы позвоните и как-то потом, и мы это тоже вернемся к этому моменту. Спасибо за звонок. Спасибо, да. Вот, Елен, я об этом задумался, и, может быть, вас приглашаю и наших телезрителей. Хочу пойти, может быть, ну, нестандартным, что ли, необычным, или, мне кажется, необычным путем. То есть вывести эту проблему из детско-родительской, из педагогической. Вывести, я имею в виду... А куда привести? Сейчас скажу, да. Вывести, то есть традиционно, я думаю, возможно, здесь был бы вопрос детско-родительский, педагогический, чего хотят дети, чего не хотят и так далее. Привести я хотел бы вот к чему. Почему-то, когда Ольга Владимировна говорила о детях, которые не хотят фрукты, яблоки, там еще что-то, куртки, я это не хочу, вдруг, я не знаю почему, во мне этот ребенок завибрировал, пробудился. И я подумал, я задал себе вопрос, не задают ли дети
те вопросы, которые мы друг другу уже перестали задавать. Что-то с этим миром не так стало. Я не хочу это яблоко, оно ну, какое-то, может быть, не настоящее. Я не хочу эту одежду, потому что она тесная. Я не хочу... То есть, вот, если зайти с другого бока, мне кажется, Ольга Владимировна, как педагог и как понятный мне взрослый человек, предлагает каким-то образом структурировать день, да? Заложить фундамент, даже сама метафора фундамента – это метафора структурированности. То есть копаем фундамент, потом ну, стены там будут и так далее, да? Весь день выстраивается последовательно. Я не знаю, как у вас, я все больших, может быть, сил прикладываю для того, чтобы мой нынешний день выстраивался последовательно и структурированно. Что-то такое происходит, что все структуры разрушаются. Причем это структуры, не только касающиеся планирования, да, ну, утром я пойду на работу, вечером на передачу, еще позже там куда-то в зал и так далее. Но это касается и каких-то смысловых структур. Пример. Сейчас детям очень сложно показать примеры, ну, на мой взгляд, и убедить их в том, что учиться – это хорошо, это правильно, что это к чему-то приведет. Они сразу откроют гаджеты и приведут примеры, когда люди, которые не учились, зарабатывают. Ну, то есть, что можно сказать? Учись и будешь зарабатывать? Есть контраргументы. Однозначно есть контраргументы, причем они настолько весомые, что их никак нельзя парировать. Вот мы сегодня, это же удивительный звонок, да, Ольга Владимировна? Мы с вами говорили о занятости сегодня, о сопротивлении. Ведь сегодня один человек, ему перестало нравиться работать водителем, он пошел работать кем угодно, да? Ну, я не знаю, парикмахером, или он пошел на завод куда-то работать, или он стал психологом, да, или захотел читать какие-то курсы. То есть вот этот переход из одной профессиональной среды в другую очень быстро совершается. И поэтому, когда дети это видят, когда, я думаю, что на уровне 3-4 класса они это видят, эту миграцию такую, если позволите. Ну, я предлагаю вот от общих процессов, может, все-таки внутрь семьи вернуться и подумать, что может там вызывать вот этот негативизм. Но для меня действительно тоже удивительная вещь, потому что за 2 минуты до начала нашей передачи я предложила вам поговорить о негативизме. Почему у людей сопротивление, у детей, у взрослых на любое предложение они с готовностью быстрее ответят «нет», чем «да». И звонит нам Ольга Владимировна и, по сути, откликается на наш диалог, который остался за кадром. Я думаю, что вы правы, и внутри семьи мы могли бы что-то посмотреть. То есть я немножко расширил рамку за пределы, ну не немножко, за пределы семьи. Мне интересно сейчас, как кажется, что вот этот глобальный мир, то, что происходит за пределами семьи, вроде бы нас не касается. Ну, нашей семьи, например, не касается. По большому счету, еще как касается. И эту часть мне тоже хотелось ухватить, да. Но если сейчас, если возвращаться внутрь семьи, то, конечно, мы можем подумать, посмотреть, предположить, что там происходит. Да, вы что-то хотели? Да, я хотела, может быть, пояснить ваши слова, как я их понимаю. То есть внешние процессы, возможно, даже действуют не столько через детей, сколько через родителей, которые варятся во всем этом. Но свою тревогу, свой стресс, свою вот эту суету они привносят в дом. И, возможно, дети что-то не могут получить от этих родителей, которые вот загружены этими проблемами, которым сложно ориентироваться в этом быстро меняющемся мире. Не знаю, то у нас дистанционка, то мы работаем, то не работаем, то мы вот так работаем, сюда ходить, туда не ходи. Ну да. Ольга Владимировна сказала, я воспитала успешных детей, по-моему, она, ну, по крайней мере, про дочь она говорит. Я примерно предполагаю, ну, мы можем прикинуть, учитывая, что детям в 3-4 классе, сколько лет дочери, да, и сколько лет Ольге Владимировне. Мы можем предположить, что дочь, скажем так, в старом формате еще, ну, в какой-то степени, уж извините меня за это слово, ну, в прежнем каком-то формате, в прежнем понятном, я уже об этом говорил. То есть, наверное, это формат карьеры, наверное, это формат свершения, наверное, это формат, ну, допустим, там, школа, институт, работа, да, то есть среднее образование, высшее образование, работа, вот так выглядит.
движение успешного, ну, до некоторой степени, да, в нашем социуме. Что значит быть успешным человеком? Это, очевидно, получить высшее образование, очевидно, устроиться на какую-то престижную работу. Но это наша какая-то парадигма, в которой мы еще живем. Хотя она поменялась. Современный мир показывает большое множество вариантов. Что значит сейчас быть успешным человеком? Вот вы мне можете сказать? Может ли мне кто-то из зрителей сказать? Я сейчас не... Деньгами это мерить? У кого-то они, вон, какие-то новости приходят, кто-то там за один день потерял 200 миллиардов, а потом приобрел 200 миллиардов. О чем это, да? Вот это кто-то, у кого-то успех резко уменьшился, а потом увеличился? Или успешный это тот, кто, у кого подписчики? Или успешный это тот, кто чего-то там может себе... Что сейчас? Или человек, который счастливым себя образом чувствует? Много ли мы видим про счастье? Мне кажется, Алексей, вы сейчас... Попадаете в негативизм по поводу образования, что образование, высшее образование не всегда ведет к успешности в современном мире. Это очевидно. Ну, для меня это очевидно, и это не моя идея, потому что с высшим образованием тоже происходит катастрофа, ну, разноплановая, я сейчас не буду об этом говорить. Вот. И педагоги об этом говорят, и она и на уровне структур происходит, эта катастрофа, и на уровне учебного процесса, и ковидная история добавила к этому, вот эта дистанционность показала, что если образование может быть вот таким, образование ли оно, да, можно сидеть где угодно. В общем, здесь масса вопросов. Когда Ольга Владимировна рассказывала свою историю, я вспомнила сказку про старика и старуху, где старик, по-моему, или старуха, я не помню, кто из них был героем с негативизмом, который говорил «нет, нет, нет, нет». Угу. И потом, в какой-то момент, не помню уже, по совету мудрецов, или как-то сам к этому супругу или супругу пришел, начал говорить через отрицание. «Цыплят не корми, там в поле не ходи, утром с постели не вставай». Угу. Но так как в целом вот этот негативизм продолжал действовать, супруг говорил, как это я не буду вставать с кровати? Как это я не буду цыплят кормить? Это про взрослый такой негативизм пожилого возраста, но сказки, тем не менее, нас учат. Меня... Вы сейчас, если я правильно услышал, ну да, есть такая тенденция запрети что-то человеку, оберни в обертку запрета, а дети на это очень падки. Запрети его красить забор или там, да, всерьез какие-то вещи еще делать. И, конечно, интерес ребенка, ну, я знаю, как это работает. Вот это невкусно, это не ешь. И, конечно, ребенок в первую очередь хочет это, ну, в определенном возрасте попробовать. Потому что, когда говоришь ему это вкусное, на попробуй, он говорит, я этого не буду. Вот. Тут такие наши взрослые штуки, передаваемые из поколения в поколение, работают, безусловно, да. Меня заинтересовало, когда вы сказали, что ваш внутренний ребенок, что с ним затрепетал? Ну, он как-то подключился. Может быть, это настроение такое сегодня. Да. А перед этим мы начали разговор, где вы озвучивали, что ваши пациенты практически не говорят о чувствах. Можете ли вы с позиции... Вот ребенка, который находится в отрицании, в негативизме, в сопротивлении взрослым, попробовать обозначить, какие чувства его одолевают в этот момент. Что он хочет этим сказать? Вы пытались этот вопрос задать Ольге Владимировне, но она сказала, мне сложно сейчас анализировать ситуацию, тем более издалека. Вот. Да, она сказала интересную, я вернусь сейчас к вашему вопросу, она сказала интересную важную вещь. Она сказала, я не знаю, что делать с этой проблемой, а до этого мы выяснили, что сама проблема не обозначена, она не сформулирована. То есть явно здесь есть какая-то проблема, и Ольга Владимировна по поводу нее нам звонит. Но когда я попросил ее сказать, а в чем здесь проблема? Ну, мы выяснили, что скандал и отказ, негативизм, как вы говорите, это не проблема, это следствие каких-то процессов, да? То есть я с чем-то не согласен. А в чем проблема? С чем я не согласен? Я не согласен с авторитаризмом. Ну, мне, например...
в принудительном порядке говорят, что мне... Я сейчас утрирую, понятно, из слов Ольги Владимировны это не следовало. Но мне говорят, что мне надевать, что мне есть, куда мне идти и так далее. Я буду против этого противостоять. Когда много требований, да, и нет вот просвета, кусочка свободы, это может вызывать негативизм? Ну, конечно. Тем более это может вызывать негативизм в виде вот такого отказа. Но, кстати, как ни парадоксально, это может вызывать еще и больше негативизм, еще более разрушительный иногда мы видим в качестве постоянного согласия. И тогда вырастают люди, они тоже, я их просто вижу в кабинете психотерапевтическом, вроде бы формально на все согласные, но ушедшие в какое-то внутреннее такое монашество, если хотите. Ну, то есть они совсем согласны, но если внутрь заглянуть, там глубоко не согласны и несчастны из-за этого согласия ребенок живет, да, который любые какие-то интенции, предложения мира воспринимает как покушение на собственную свободу. И лучшее, что можно сделать, это вот, ну, сказать: да, я согласен, вот давайте так и сделаем, но... А свое желание свободы поглубже запрятать, да, за семью печатями, где уже самому сложно вспомнить кодовые замки, ну, это за которыми все это спрятано. Свобода, которая выражается, наверное, в том, чтобы делать то, что я хочу. Как там у Ольги Владимировны в семье существует, я не знаю, баланс, да, равновесие, ну, или некоторая система между тем, что детям предлагается, и тем, что хочется, как об этом спрашивается. И, конечно, да, есть ли у них время, когда говорят, вот сейчас там, да, не знаю, с 5 до 5:30, вот ты делаешь все, что хочешь. Ну, главное, чтобы это отвечало требованиям безопасности, квартиру не громите, да, угу, братьев, сестер, там, ну, не помню, кто там, не обижать, но вот занимайся своими какими-то делами. Ну да, и если еще вернуться в семейную систему, это не прозвучало, не были упомянуты вообще мужские фигуры. Я не знаю, важно это или не важно, но мое ухо это как-то уловило. Я бы об этом, если бы у нас была консультация, спросил, а как ведет себя папа, а как ведет себя дедушка, ну то есть супруг Ольги Владимировны и супруг ее дочери, а как взрослые договариваются и как они видят эту ситуацию, там, например, та же Ольга Владимировна и ее дочь, да, у них одно понимание или разное понимание, они вчетвером взрослыми садятся или каждый в какую-то свою сторону тянет. Здесь много вопросов. Как у них мир организован? Так ли последовательно, как, ну, оставляют ли родители себе свободное время какое-то, да, где они могут что-то делать, или они сами тоже нагружены большим количеством обязанностей, что они эти обязанности передают и своим детям, а те в силу своего возраста, детского поведения сопротивляются. Ну да, как в какой-нибудь карикатуре, когда специалист нарисован, ну, папа как специалист нарисован с огромным таким рюкзаком, и он говорит, ну, например, да, и говорит ребенку, вот вырастешь и будешь такой же, как я, ну, предполагается, таким же самым рюкзаком. Причем папа очевидно, может быть, или не замечает, или уже забыл, что это, ну, некоторый груз, причем огромный, он предлагает его ребенку, и тот, конечно, очевидно ребенок скажет, смотрит и, да, говорит, о нет, без меня, да? Да, без меня в эту всю взрослую структуру. Я думаю, что в этом плане, конечно, функция родителей, ну, если так, функциональным языком, или роль родителей, в том, чтобы показать, я, может, сейчас в романтизм свалюсь, но для меня это действительно важно, показать и сложность мира, и организованность его какую-то, но и прекрасность, какую-то свободу, да, что мир не только такое большое пространство обязанностей, занудства, чопорности какой-то, вежливости и так далее. И иерархичности, да, то есть если ты хочешь купить машину, тебе нужно будет копить, ну, в общем, бред какой-то, да, или там квартиру, если хочешь куда-то поехать, тебе надо пойти на работу, там заработать, вот. Если родителям удается показать этот, продолжать показывать, а для этого, конечно, они сами в этот мир должны быть включены, да, в этот, видеть этот мир,
Ну и, соответственно, тогда его можно показать. Тогда может быть понятно, ради чего становиться во фронт, ради чего в 7 утра просыпаться и бежать в школу. Не просто потому, что тебя взяли вот в это колесо белки и сказали: да, сынок или дочка, ты выросла, теперь достойно вместе со мной в этом колесе бежать. Конечно, ребенок скажет: да нафиг мне это. Ну, он так не скажет, он будет сопротивляться. Это он во взрослом виде потом скажет. Я бы еще один элемент добавила, на мой взгляд. Хорошо бы в семье, которая способна показать ребенку мир и какие-то интересные вещи, создать такой тыл, где ребенок точно знает, найдет любовь, как бы его по миру не носило, но ему всегда есть куда вернуться, и его примут. Ну, тоже в романтизм. Да, да, но без романтизма никуда. И мне кажется, что вот такого своеобразного, неуплощенного, ну, как можно назвать это ценностями, можно назвать это сохранением переживаний, которые мы тоже там из поколения в поколение передаем, понимание этих переживаний, не сами переживания, да, а понимание о важности, о трудности, о близости, вот, ну, о несогласии, может быть, о том, как оно должно выражаться, о том, что какие-то могут быть сложные, какие-то моменты могут быть счастливые. Ну, не знаю, я сейчас опять в кучу сваливаю, но это вот про это, да. То есть попытка показать, что это не только жесткая структура, где нужно, да, как в анекдоте, я не знал, что это на 10 лет, помните про Вовочку? Пришел с 1 сентября и сказал: что же вы мне не сказали, что это 10 лет вот эта вся бодяга будет длиться, а это так всю жизнь. И, может быть, до пенсии, может быть, Ольга Владимировна сейчас, я не знаю, можно предположить, что она там предпенсионного или пенсионного возраста очень много отработала, и мне в ее голосе... Сказала, по-моему, 30 с да, лет. Мне в ее голосе вместе с озабоченностью детьми послышалась какая-то такая, ну, легкость, что ли, я, может быть, фантазирую. Она начала говорить о даче, о том, что вот они с детьми собираются. Может быть, они фантазируют, что дети, что такой легкости можно только добиться, когда выйдешь на пенсию. Но это же ужас. Ну, сколько ждать? Алексей, вот Ольга Владимировна обозначила проблему. Такое поведение детей, ну, или мы не услышали, да, как она проблему обозначает. Ну, она описала некую ситуацию. Угу. Проблемную, да. Да. Она позвонила, и, по сути, это является ответом на мой вопрос, может ли такая ситуация являться поводом для того, чтобы обратиться к специалисту. То есть она позвонила, да, ответила. Угу. На ваш взгляд, кому неплохо бы обратиться к специалисту? Родителям? Детей отвезти? Или сама Ольга Владимировна может пойти к специалисту? Будет ли это эффективно для семьи ее дочери? У нас немного времени до конца передачи, поэтому... Ну, конечно, всегда по возможности лучше привлекать взрослых родителей, потому что они задают контуры системы семейной, они задают те процессы, которые внутри семьи происходят. А дети обычно являются... Ну, такими выразителями, есть такое понятие, да, если хотите, выразителями симптома, внутрисемейного какой-то, то есть что-то в семье. Иногда дети играют, да, такую выделенную роль родителей, может быть, у родителей этот негативизм внутри, который они запрятали. Да, они очень хорошим рупором являются, рупором, да, усилителем чего-то, что не происходит в семье, причем они усиливают какой-то сигнал ровно настолько, насколько он не виден в семье. То есть что имеется в виду коротко? Приходит счастливая семья, они говорят: у нас все замечательно, но только с нашим ребенком беда. То есть вот эта беда ровно настолько, насколько в этой счастливости и замечательности что-то не замечается. Mm-hmm. Да? Вот. И, конечно, включение родителей в работу со специалистом, когда они на это согласны, очень благоприятно влияет на процесс. Действительно, специалист может разобраться и о процессах семейных, может расширить родительский кругозор об особенностях этого возраста, помочь информационно еще. Да. Угу. Наша передача заканчивается. Спасибо большое Ольге Владимировне за звонок. Его хватило нам на целую передачу обсуждать. Спасибо вам большое, Алексей. Я думаю, что еще и за передачей я, по крайней мере, буду думать. Да, Ольга Владимировна, вам спасибо.
Напоминаю, мы выходим на телеканале ГИС в прямом эфире каждый вторник, 18:15. Телефон в студии 202-11-22. Также в сети ВКонтакте есть группа «Разговор по душам» на Самара ГИС, где вы в обсуждениях можете задать нам вопрос, предложить какую-то тему для обсуждения. Да, у нас сегодня за спиной люди, ну, тени людей. Это то, о чем и те, о ком мы говорим. Так что всего доброго, присоединяйтесь к нам. До свидания. До свидания.